Я так и нервничаю. Кто же будет холостяком? Надеюсь, Влада 4. Я больше всего их ценю в парнях. Ну, доброта, честность, душа. Что-что? Деньги? Нет-нет, деньги не важны. Хотя, если парень при деньгах, было бы хорошо. Мне не важно, кто холостяк. Бизнесмен, артист или просто сын богатого папы. Главное, чтобы человек был хороший. Холостяк. Самое романтическое шоу на планете. Холостяк, холостяк, холостяк. А где холостяк? Почему никто не встречает? Это было ужасно. Я пришла, там меня никто не встретит. Простите, сейчас. Я просто, когда ехала, я думала о нашей встрече, о том, что он берет меня за руку, там, первое свидание, хотя бы, ну, хотя бы, понимаете, я ему даже подарок принесла. Где холостяк? А он тебя тоже не встречал? Нет. Нет, ну я, конечно, очень расстроилась, что не увидела холостяка, но... Что? Соня? Это... Она что, тоже участница? Сколько можно ждать? Я уже хочу поскорее его увидеть. Привет. Встань! Это мое место! В смысле? Где-то здесь написано, что оно твое. Ну, она первая пришла. Вообще-то! И что? Да что эта серая мышь себе позволяет? Мы что, уже снимаем? Вы не подумайте, я вообще не конфликтный человек. Вот, даже пирожочки холостяку лично испекла. Горяченькие еще. А что это? Пирожки. Можно один, пожалуйста? Так, есть? Хочу просто. Бери. Спасибо. Вкусно. Спасибочки. Ну, обстановка немного напряженная. Ну, сами понимаете, мы пришли бороться сюда за сердце одного парня, поэтому все понятно. Конкуренция? Не вижу ни одной конкурентки здесь. Что такое? Тошнит немного. Я думаю, это пирожков этой рыжей. Холостяк, холостяк, холостяк. Скажи, чего ты ждешь от этого проекта? Ну, как чего?
Я хочу встретить настоящую любовь. А кто она, твоя идеальная девушка? Она должна быть доброй, отзывчивой. Получайте! Это было моё! Спокойная, уравновешенная, воспитанная. Отпусти! Сама отпусти! Куда стоять? Интеллигентная. Ну что ж, я надеюсь, что ты найдешь на нашем проекте ту самую. Пойдем знакомиться с участницами? Мне очень стыдно перед Холостяком за эту ситуацию. Надеюсь, он этого не увидит. Увидит, конечно. Но я защищалась! Я жертва! Что мне еще оставалось делать? Это она... Кто зачинщица? Рыжая. Она ведет себя как дикарка. Драка? Какая драка? Я уже говорила, что пирожки испекла для Холостяка. Добрый день, дорогие девушки. Вы готовы к встрече с нашим Холостяком? Да. Прошу. Знакомьтесь, Алексей, наш холостяк. Алексей, актер, музыкант, в прошлом спортсмен, мистер Улыбка 2015, тот самый сын маминой подруги. Короче, просто красавчик. Холостяк, холостяк, холостяк. Привет. Привет. Соня. Очень приятно. У тебя очень красивые глаза. Спасибо, Алексей. Лёша, можешь идти готовиться к свиданиям. Первое впечатление? Ну, это... ну, как сказать... Что-то хорошее надо сказать. Ну, мне было приятно, когда он сказал, что у меня красивые глаза. Девчата? Да. Девчонки хорошие, мне понравились. Ну и я, конечно же, им понравился. Я по глазам видел. Ну что скажете, дорогие участницы? Как вам, понравился Холостяк? Если что, он единственный наследник своего богатого папы. Он сразу меня заинтересовал. А на это способен далеко не каждый парень. Да. Только тот, что дает тебе денег на маникюр и реснички? Ой, молчала бы. А ты мне рот не затыкай. Пока а они будут друг друга грызть, хочу и буду мы с Алексеем уже успеем пожениться и уехать в свадебное путешествие. А ты... Я все слышу. Сдалась ты ему. Дамы, немедленно возьмите себя в руки.
А предыдущий момент мы можем... Чик-чик. Ну, знаете, я когда его увидела, не тронула. Но когда он уже вышел, я не знаю, я будто потеряла родного человека. Тут стало так пусто, прям перекати поле вот так уж. И тут так пусто. Везде. Простите, ближе. Видите, это слезы счастья. По-моему, я влюбилась. Что? Причем здесь, что он наследник богатого папы? Это здесь ни при чем. Кстати, мне в детстве снился часто один и тот же сон. Будто я принцесса и веду своего принца. Но я никак не могла разглядеть лицо этого принца. А сегодня, когда зашел Алексей, я поняла, это он. Девочки, холостяк Алексей оставил для вас послание. Готовы? Конечно. Ксения, я тебя жду. Уверен, мы прекрасно проведем время. А почему она? Она нечестная. Дамы, это решение холостяка.